Здравствуйте, мои подписчики. Ну, за сегодня, от последнего видео до сейчас прошло где-то полчаса. Я собрал задний мост. Сейчас приклею рессоры. Собрал корпус. Прошел полностью первую страничку. Почти осталось. Немножко попробовал покрасить внутренность. Немножко меня не устраивает. Буду перекрашивать. Если что, скорее всего, уберу. Ну, посмотрим попозже. Прокрасил сиденье, собрал колеса, двигатель собранный и собранный передний мост. Внутри, ну, такая более кропотливая работа. Сейчас аккуратно, потому что оно еще и слабо приклеено, чтобы было видно. Вот, три педальки. А ну-ка, три педальки, коробка передач и ручник. Так, приклеиваться. Очень кропотливая работа. Мелкие детали. Так что желательно работать на столе, а не где-нибудь в непонятном месте, потому что я уже на своем опыте проверил, если падает деталь, то искать ее очень сложно, потому что она все мелкая. Да. Еще хочу сказать, ну, я смотрю, в принципе, по работе, еще один день. Так, вечер скоротать будет. Сегодня, я думаю, я закончу вот эту часть, сложу, попробую. Пройти кусочек вот этот, проклею вот эту часть, приклею, посмотрю, может, еще покрашу мост, приклею, ну, посмотрим, насколько моего настроения сегодня хватит. Еще что хочу сказать, я занимаюсь коллекционированием моделек. Это у меня как для поклейки первая моделька с поклейкой. У меня есть еще модельки, которые как конструктор складывались. Плюс у меня довольно-таки большая коллекция. Я любитель этих дел. Плюс ко всему я еще собираю 3D пазлы разных модификаций. Так что я думаю, мне будет вам что показать на своей страничке. И это еще не предел моих возможностей. Я любитель коллекционирования всяких интересных вещей. Так что увидимся. Следующее видео уже будет, скорее всего, машинка будет более собранная. Я соберу кузов, прокрашу какие-то запчасти, детали. Оставлю ее наполовину собранной специально для вас. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, ставьте вопросы. Если что-то интересует, всегда подскажу, отвечу. До свидания.